ребята! И сегодня, как вы помните, что сегодня мы будем опять играть в бой стычка, но не просто так. Как вы помните, в прошлом видео мы просто играли, я вам показал роботов, какие там есть. Вот. И сегодня у меня есть такая идея. А почему бы не повыживать в бою стычка? В бою стычка только одним роботом. Только одним роботом. Единственный робот — это этот зеленый робот. Да, сегодня мы будем играть вот этим роботом. Так, мы уже появились. На нас уже начинают атаку. Только появились. Нас уже атакуют. Так, ладно. Тогда вот так. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому, да? Как говорит. О, еще один парень. Парень такой же. Блин, нас убьют сейчас. Просто очень сильный робот. Реально очень сильный. Как я сказал, сегодня мы постараемся выжить в целом бою одним роботом. Одним роботом, да. Так, стреляем. Так, все, мы его убили. Так, убегаем. Точнее, бежим к ним. Стреляем. Пока он не видит. Вы... Во, этот синий был отвлекающим маневром, которого уже нет. Его убили! И теперь... Сразу двоих! А, пока что еще не двоих. Вот теперь двоих убили. А теперь это очень... Плохо. Нет, нас убили! Нас убили, ладно. Ладно. Ладно, давайте тогда выйдем из боя. Блин. Нас убили. Но продержались мы не так и долго. Сыграли хорошо, мне понравилось. Мне понравился этот робот. Вот. Круто, мне понравилось. Так, давайте еще раз. Сыграем этим роботом. Надеюсь, сейчас я подольше поиграю этим роботом. Так, бой начинается. Берем этого робота. Почему не... Вот. Так, все. Так. Идем. Так, нацеливаемся, пока он один. Он только один. Ладно. Так, на. Давайте просто отстреливаем его. Так. Блин, ребята, нас уже убили, можно считать. Блин, ну что за фигня? Ну все, нас убили. Нас 100%. Опять убили. Мы продержались даже еще меньше, чем в прошлый раз. Сейчас мы вообще каплю продержались. Блин, как? Как нам продержаться? Только с этим роботом. Ладно, давайте попробуем. Так, 4 часа осталось. И там еще что-то. Давай. Так. Вот. Так. Другие, наверное... Вот другие все эти игроки, наверное, думают. Чё ты только с этим роботом возишься? И зачем они убиваются сами? Не спавнятся и убиваются. Зачем? Зачем-то надо. Другую точку хотите?
Пожалуйста, если вас убьют, а потом не жалуйтесь, что у вас больше не останется роботов. Вот так. Нет. Стрельни. Это сюда, да. Так, пока что нас не атакуют. Блин, сбился. Так, ушел, скрылся. Скрылся от нас. И теперь мы этого атакуем. Блин, он тоже скрылся. Ладно. Тогда атакуем этого. Точно такой же он под защитным ходом. Мы не можем. Да. Вот теперь мы можем. Блин. Вот, ну что будет, если нас опять точно так же убьют? Что возьмут и убьют. Так, у нас перезарядка. Так, это мы сейчас с легкостью убьем. И никто ничего не сможет сделать. Так. Минус один! Даже этой штукой не успел воспользоваться. Так. Ну чё за фигня? Поздно уже. Всё. Нас опять убили. Так, там я вижу робот. Я держал точку. Так, ладно. Опять выходим из боя. Сейчас мы продержались более-менее, так сказать. И сейчас мы на всяких картах будем бегать по... С этим роботом. Будем... На каждом бою будем на разных трассах с этим роботом бегать. Так, ладно. Сейчас я постараюсь. Не уж будет. А постараюсь продержаться прям долго. Это моя любимая карта. Моя любимая, самая любимая из всех. Все мои любимые карты — это вот эта, самая любимая, пустыня. И еще развалина там какая-то. Сумные дома там. Развалина, короче, еще. Вот, если вы не знаете, что за карта, вот, можете мои видео посмотреть. Если я там, конечно, играл. Если мне попадалась эта карта. Конечно, эта карта всегда попадает. И меня убили. Так, давайте просто уйдем. И этого будем атаковать. И все, нас убили. Хотя нет, нас еще пока что не убили. Мы можем спастись. А, нет, уже нифига не можем. Чё, может, попробуем другим сыграть? Может, всё-таки попробуем? Хотя давайте. Проблем никаких нет. Просто... А хотя ладно, давай. Давайте сбежать. На этот раз мы немного поумнее были, да. Я не думал, что так все будет. Надо скрытно играть. Этот робот очень слабый. Так, ребята. Стычка, режим боя, стычка. Поиск игроков, 7 секунд. Среднее время ожидания, 5 секунд. Бой начинается. Так, вот это тоже моя самая любимая карта. Эта карта мне даже нравится еще больше, чем та. Еще больше. У нас чуть-чуть... Еще чуть-чуть, и в нас бы попали. Так, идем вон туда. Там мы будем скрытно с вами работать. На хорошие деньги будем работать. Да. А будем убивать других роботов. Нам за это будут платить. Я шучу. Так, что там? Бой идет? Какая-то... А, короче, в этом бою еще половинка защиты есть. Точно такой же робот. Так.
Так, нас он сейчас убьет. Нас он не сможет убить, потому что мы уже скрылись. Да. Вот теперь может. Не, у него нет возможностей. Он причем уже убежал. Так, никакой пушки он не оторвал, так. Это уже опасно. Так, там его этот другой атакует. Так, стреляем. Так. Так, он нас чуть не убил. Сейчас может убить. Так. Эти пушки, этот робот очень опасен с этими пушками. И нас опять убили. Ну, сейчас мы продержались так неплохо, нас всего лишь 3 осталось. Короче, ребята, если вам понравилось это видео, думаю, что буду завершать. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а на сегодня это все. Всем пока-пока.